Дети – наше будущее. Защита и поддержка подрастающего поколения является важной частью стратегии «Казахстан-2050». И в рамках предстоящего празднования Дня защиты детей в республике проводится акция «Казахстанские дети. Светлый путь в будущее». О том, какие мероприятия планируются в Жамбылской области, рассказали на сегодняшнем брифинге представители регионального управления образования. Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, в регионе стартовали 19 мая. План мероприятий рассчитан до 20 июня. Уже состоялись слеты детских и молодежных организаций «ЖАС-Кыран» и «ЖАС-Улан» в Рыскуловском районе и в Таразе. 1 июня в детском доме имени Сары Молдаевой пройдет детский благотворительный карнавал, праздник лета, детства и семьи. На аллее Байтерек планируется масштабное мероприятие, в котором примут участие учащиеся городских школ. Здесь пройдут праздничные концерты, постановщиками которых выступят сами дети. Аллея станет и местным проведением различных выставок детского творчества. Всего в целом у нас запланировано охватить около 115 тысяч детей нашей области, и уже предположительно запланирована сумма около 3 миллионов. Это на сегодняшний день. Возможно, эта сумма будет гораздо выше.